Поэтому хотелось бы родителям, которые есть действительно маленькие дети, подрастают, приводить примеры, объяснять, проходя по дороге, хотя бы говорить о том, что нельзя двигаться под проходящими проводами. А если уже передвигаясь, то надо быть внимательным, обращать внимание, чтобы не валялся провод на земле или на заборе. Во-первых, в любом случае надо произвести освобождение человека от провода или же от энергетической установки. То есть освободить его от протекания потенциала электрического тока. Тут же вызвать скорую помощь и продолжать оказание медицинской помощи до прибытия скорой помощи. Știi că nu spate. Asta de, da, știi că nu spate. Asta știi. Da, dar cum îi explicați copilului că nu spate la curentul electric? Ca să-l doară acolo, dacă pune mâna, îl doare. Говорим, что вот нельзя, потому что будет сильно больно тебе. Ну, обязательно. Если он уже вот такой вот, так он, конечно, понимает. Если объяснить нормально, конечно, ребенок понимает. И во всяком случае мы стараемся, чтобы поставить такое недоступное место для детей, чтобы он не доставал. Надо следить за ребенком. И объяснять ему, что туда лазить вот нельзя, не прикасаться ни к электричеству вообще, ни к чайникам, ни к утюгам, ни к чему не прикасаться. А если сильно маленький ребенок начал, за ним надо следить. Если он вот годовал и полутора года, когда только начинает ходить, надо обязательно быть всегда рядом с ним. Ну, потому что казур ламойка, если... Fibă pe la priză sau pe la ceainic sau pe la firul de călcat, asta la noi tot timpul este nu în fața copiilor. Prin vorbe, prin cuvinte, îi explic, nu se poate acolo, nu se poate acolo, îi dau explicații, dacă mă întreabă de ce, îi răspund de ce și pentru ce. Și copilul înțelege, dacă îi lămurești copilul cu încetul, cu bineșor, îl înțelege, dacă e cu forță și cu stric, copilul clar că nu o să se aleagă. Trebuie să vorbești cu copilul calm și clar și el va înțelege totul.